Более 700 гектаров земли предоставила инвестору Минземимущество Башкортостана для разведения облепихи. Из них 4,5 гектара компания «Титан» отведет под теплицы. На остальной площади посадят деревья в открытый грунт. Вот участок расположен в Стерлибашевском районе. Срок его аренды до 1939 года. Инвестор планирует не только выращивать ягоды, но и организовать их переработку. Продукцию будут выпускать под брендом «Башкирская ягода». Плановая стоимость проекта почти 1 миллиард рублей. Ранее учредитель компании «Титан» Егор Рязанцев также представил перед инвестиционным комитетом Башкортостана проект строительства круглогодичных теплиц для выращивания клубники. 10 гектаров под них организация оформила в собственность. Ей возместят часть затрат на создание инженерной инфраструктуры. Бренд «Башкирская ягода» должен быть не менее узнаваем, как бренд «Башкирский мед». Значит, первый проект – это строительство теплицы круглогодичной для выращивания земляники садовой, в простонародье клубники. Площади посадки 4,4 гектара. Мы в эти теплицы вложили максимум инноваций, технологических решений. Объехали много других хозяйств, взяли все самое лучшее, что можно внедрить в эту теплицу. Но инициаторы проектов, основная задача которых – импортозамещение, могут получить землю в аренду без торгов и на льготных условиях. К импортозамещающим видам деятельности в 2022 году власти Башкортостана отнесли некоторые виды сельского хозяйства, производства продуктов, текстильных изделий и ряда других товаров.